Чистый и красивый двор – заслуга людей, которые в нем живут. Жители дома номер 3А по улице Арцебушевской не ждут, что кто-то сделает их жизнь лучше, а сами берут в руки инструменты от веника до сварочного аппарата и выходят благоустраивать двор. Жители окрестных домов с завистью поглядывают на образцовый двор, который стал лучшим по итогам районного конкурса. Но останавливаться на этом жители не собираются. В этом году мы купили 5 этих КАМАЗов земли, завезли цветы, сейчас новые газоны, как бы новое все возрождается, цветочки уже мы посадили, но еще они не очень. Вот через месяц к нам приедете, у нас уже будет. Хотя у нас сосны, что когда деревья были, там просто был кустарник, сейчас прям сплошные цветы, уже распустившиеся. Награды за труды нашли всех, кто принимал участие в генеральной весенней уборке. Итоги подвели на заседании Совета депутатов железнодорожного района. Мы видим активность и руководителей предприятий, которые взаимодействуют давно с районом и расположены на территории района. Мы видим с вами активность жителей, очень большую активность жителей. Вот этот вот процесс по благоустройству, он ни в коем случае не должен заканчиваться. То есть вот эта работа, она должна продолжаться постоянно. Такой общий вклад в чистоту не могли не заметить и на городском уровне. По итогам соревнований именно железнодорожный район стал лучшим. Благодарственное письмо и символический сапожок первый вице-мэр Самары вручил главе района. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.